вижу. Может, обойдем тут? Как-то хоть этот героем. Да, обходим, обходим. Форт, иди сюда. Шилка, подъезжай к нам, поговорим по душе. Метрах 50, обходите ее, аккуратнее, вообще не трогайте ее, оставьте. Тесси, ФСБ на курьер, вы сходите на метку РПГ, из леса не выходя, просто проверьте. Что? Если увидите, завалите, если не увидите, ну, подождете, будем на месте наступать. Ну, да, да, да. Да, возможно, даже... Они могли поставить и уйти. Паша, подойди к елочке перед тобой на восток. Ты? Да. Выкнул. Что там? А, ты с нами? А, с моей позиции, не пойму, то ли корень, стал. То ли на север, нога. На горку, ровно на север. Это от меня надо тебя. Смотреть строго на восток последний день. Это перья, бля, это не мины, ничего, вы чё, угораете? Беленькие такие. Ну беленькие это не мины. Да, конечно это не мины. Это грибы дома. А на мерке я тебя не вижу. Я думаю, я бы уже задел ее, я там возле стены ходил. Спитер живой? Я короче немножко влево пойду, пропусну слева. Шилка, начинайте подниматься на черную гору. А, блин, ну сейчас Матфит колёпа смену бьют. Колесо. Да, и за вами бетер пусть тянется где-то метров в 20 после. Хорошо, вас. Хорошо. Поехали. Ну Клир, дай азимут. А, что? Азимут, да. Какой азимут? На метку РПГ пошли. Проверить надо. Ну, блять, на север, на метку РПГ. Так, давайте сейчас бетер с Шилкой прикроем, вернемся немножко назад, будем встречать. Шилка первая, да? Я просто вылетал отсюда. Шилка первая. Там ёлки такие. Шилка первая идёт, после меня бетер, да? У них все, ну, да, 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 да. Это издалека не поверить. Да, елки такие хорошие. Вижу, вижу, лежит кто-то прям по... Это свои или нет? Прям возле нет. Дороги? Нет, нет, нет. Готов. Красава. Хилер. Да нет, это не свой, без каски. Хол какой. Там ты под елкой, по-моему, еще нога держал. Прям под елкой, которая с нашей стороны. Вот, но... Самая блядь. Правая елка. Ну, основная пехота, мы здесь сейчас встречаем Шилку и бетер покрываем. Че, может, уйдем? А у него РПГ... Да я не вижу. РПГ, заберите, отстрелите в сторону города. Ну, я ГПшку только ебану. Ты пошел. Ну, РПГ лучше отстрелите туда. Просто... Поебашь туда, ну, РПГ-ом я пойду. А ваш свой? Да-да-да, свой-свой. Еще одну. Запульну тогда. Че у вас, Паша, война идет? Да. Ну да. Не он. Су-2 пойду чек. Ага, это крыло. Командир, где вы есть? Да я здесь на черном. На черном зоне. По мне бьет кто-то.
знаешь, или это понятно? Нет, нет, никак нет. Работаем. Да, да, вроде за. Вроде Спитер, смотри, там а, где-то. Как знак, едешь меня, да? Да у вас где-то рядом с вами КМ стрелял. Забрал мой ПГ-шку рацию. Остановились. Ёлки, бачки, хорошо. Ну вроде убили. Убили, да. Кадыш, вы сзади да. Нас едете, нет? Да, мы ехали, мы остановились, так как там. А, да, хорошо, охраняйте нас. Скажи вам обратно, да. О, хорошая гранатка. А, Паш, нам вообще так, на фарзан приезжать сейчас или что? Вы в сам замок катитесь, чтоб стены хоть какие-то были. На дороге не стоишь. Я живой. Да, не надо тут на базе. Спускаемся вниз. Не Беттер Шилка, мы сейчас пехотой спускаемся на 60, по команде за нами тоже на 60. Это М2 прибыли. Это М2 прибыли. Это М2 прибыли. Надо на горку поднять. Одиночными нам сюда сбьются. Что-то работает по нам. Да, да. Да, они вслепую, молоко. Да, они просто бьют. Я пойду сбегаю, гляну, где лучше нас. Окей. Наш полутанц. Так, щит тут мина, один подорвался на мину. Вот тут с города уже можем видно. Спустились немножко, город видно. Можно из леса там добить. Мы уже в начале города с запада заходим. Думаю, сниже спускаться смысла нет. Сейчас нас просто обстреляют здесь на ровном месте. Ну, Беттер надо применять шил. Беттер и Шилка, спускайтесь вниз на 60 потихоньку, здесь видно ходить. Будет а, город. Хорошо, сейчас командир, может справа из леса манга дали. Видим. Вот здесь на зеленке. Гонза-то где? Да-да-да, справа сейчас по зеленке. А мы направо. А мы пехота направо пойдем по зеленке. Гон. Да я там не вижу места. В возрасте стены снайпер. Его тут и нету. Кому не нужна снайпер? Ты что? Если что, ну рацию это хоть поменять надо будет послушать. Кстати, да, у меня трофейная рация забыл. Бункер. Каркар, что ты там делаешь? Нам прям бежать вниз, да? Я не могу. Ну не совсем вниз, из леса долбить можете. Видишь же типа проплешины через нубей. А Шилка чем занят? Шилка едет. Шилка едет. Завод. А, нас там сошли сами за такое, я вообще не ехал туда. Гонза. А там за ними просто иди вперед и все. Сюда отсюда. Мы там с запада, если че, наступаем, будем тебя страшно.
Паша, в городе свои есть? В городе своих. В городе своих нет. Понял, вижу двое. ГПшка. Работайте, все. Работайте. БТР наш? БТР наш. Ну, тут постоянно проедешь, чтобы деревья не мешают. А вы по дороге движетесь, ребят? Питер? На 10 по дороге кто-то движется. Какие свои? Наш, наверное, забежал. Ну, там где свои есть? В районе нуклер группа, но вдоль дороги прям движутся. А вдоль дороги грунтовый? А мне не разобрать, который... А, тогда нет, асфальтовая нет. Что-то сгорело там. А машина... Там мы... РПГ. Бота решил на карту посмотреть. А, Шилка, я бы на вашем месте поменял место, потому что по нам РПГ стрелял, они пристрелялись. Да пока нормально. Ну смотри. Паш, поставь меску, я вас потерял. Карыч, короче, по СБ горит. Мы спустились на 60 направо. Я говорю, вам сейчас спасибо. Кого? Где 1-1, да? По СБ. По нам работает. Да, служба. Походу работали, ну, чего-то такого. Шилка. Да, Шилка туда должна отработать. Куда Шилки отработать? Бункер какой-то там есть, говорят, можно его отработать. Точнее, не дам, где он там. Особенно старайтесь отрабатывать глиняные двухэтажные дома, наверняка там кто-то сидит. А на хуй это ваша стрельба? Нет. Он по городу отрабатывал. Враг сейчас, блин, метка сложная. Так, давайте еще сейчас в елки зайдем. Мне просто КПВТ. Паш, там обстреливать? Глина на 50. Да. Посмотри, я бы дал метку для Шилки. Снайпер по мне, по нам снайпер был бы, по пехоте был бы. По нам снайпер дал. Нет, этих. Не могу. Не могу. Шилка по городу стрелять. Блять, сзади наш, что ли, противник? Вот рядом есть сзади. Кто враг?
А, понял. Сейчас перевяжу. Наверху наши, нет, стреляют. Сейчас, сейчас работает наш, нет, на склоне наверху. Снайпер? Снайпер ваш, брат, брат. Сейчас стрелял. Еще время долбят. Этого спустили, дам. Я одного убил, уезжаю. Понял, ну я ничего не могу сделать. Нас обстреливают. Мы под огнем не выходите. Я перевязался, у меня боль, я не могу делать, скорее всего, сознание буду терять. Зря сюда, очкарик, лезешь. Давай, ныряй под ёл, тут простреливают. А, Карыч, это вы едете? Да. Сзади, откуда мы приехали. Ничего, ребят. Метод обновить на себя. Вискас, спрячься, Вискас. Искос, спрячься, здесь простреливают. Могу, пока не лечу его, как сказал. А, это ты, Вис? Я другому, просто на тебя нацелился. Все. Ты еще какой-то хрен рядом. А, бьют где-то с 80 как будто. Шилка БТР, но по нам бьют снайпер, мы не можем понять откуда, там где-то с 80. Сейчас будем подавлять. Нас прижали, мы не можем ничего идти никуда. Шилка, сейчас меняем позицию, чуть севернее отъедем. Тоже потом будем наводиться по высоткам, обрабатывать. Да, еще много. Метка на нас актуальна. Если сюда КПшник придет, ну все. Я не думаю, что сюда пойдет. Выжидают. По звуку. А, где-то 70 так. Снайпер стрелял. Далеко на востоке где-то. Дым есть у кого-нибудь? Задымите нахер, переползем. Уместно. Вода из чулаков соседи. Старайтесь за елками прятаться, они не придут. Дымов ни у кого нету, да? Нету. Кто на крыло накрыл возле дома? Наша БТР стреляла. Снайпера накрыл? Я могу, в принципе, выглянуть, посмотреть на это. Но это будет один раз. У нас там сзади он отходит, чувак. Ага, ну сейчас посмотрим. ТРПГ, да? Слышал, откуда М2 сейчас стреляет? Нет. Я предлагаю еще проверить. Сейчас выглядит. Куда шил? Да, ему можно попробовать. Да, смотрится. Правый. Да, надо. Сейчас за елкой обойду. Через две елки можно назад отошел и... Да. Ну клира мы походу я перестрелял. Это вы прекратите? Питер. Что, когда в нашем лесу, где ты и я стоите, ну стоит, тут Урал. Урал здесь? Да. Давай левее, вот с амбаром. Что, будем пробовать входить? За этот амбар. Через коровник? Ну, я предлагаю вот коровник, от коровника еще правее через зеленку. Да. Надо чуть назад оттянуться тогда. Короче, вы куда едете? Комбат. Вот тут только комбат. Вот открытое место, вот тут надо, я не знаю, как-то... Я бегу. Ползком или... Бегом надо. Там шука живая?
Буду ждать вам. Буду ждать вам. Ребята, что насчет резерва думаем? Так. Давайте на резерв уходим. На карте напишите. Он написан, там есть группа Альфа. Хорошо. Репа на резерве. Так, черк на резерв. Все, кто выжил, у нас должно быть четверо. Ну, я это из-за двоих? Ну, да, нет, вон одна. Один еще. Опа! Уходим, уходим, уходим! Бьют с 60. Беттер бил, по-моему. Да, Беттер. Вы по нам били, по-моему. Беттер, вы по нам бьете. Мы в амбарах. У вас метку там обновляйте все время. Блин, не бейте нам, блин! Да. Хватит стрелять по нам. Вы где? Мы в амбаре сидим. Кто спалим, сейчас нахрен туда. Шутки нет. Давайте красным дом. Или вниз, лучше с зеленки зайдем. Через маршрут БТР. По крайней мере, он сбит. Надо найти где-нибудь развалины, откуда посмотреть там. Обычно плохо видно нас. В смысле, найти в городе развалины, а тут? Да, да, сейчас разломим, затянулся, а там уже попроще будет. ДВшку выброс. Каркалич, выйди на КВшку нашу. Резервную. Понял? Беттер, поняли? Да мы застряли, походу. Хорошо, я ДВ сбрасываю, на нашу КВ резервную выходите. Вот можно на пузе отсюда, да, березок дотянуться на 320. Да, 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 да. Все, все. Да, все. Если что, у меня два бога есть еще. Значит, не грани. Еще раз.
Репит, мы к Глениному дому, да? Да я слегка потерял, то меня с ним скажет. Вен, не с паузы. Да, я вижу тебя. Там дом часа на два, на час. Да, 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 я посмотрю на него. Вроде ничего не видно. Беттер, ты по-моему готовишь? Не знаю, я с Беттера вышел. Бросил? Нет, я вышел, вытащил его из этой ерунды. И он уехал. Сейчас метку на 700. В смысле, водитель уехал? Да. А он на связи вообще? Но он не на этой КВН стандарт. Я ему говорю, садись, я тебе вот эти предложу. И уеду. А кто стреляет, брат? Не с... Жилка сгорела. От тебя? Да. Блин, он лет. Сейчас попробую его убить. Ой, там двое. Вижу движение в доме. Красном или Кремлине? Все, Паш, убил двоих. На 10, двухэтажный длинный дом. Напротив храма. На втором этаже. Сейчас я в красном забегу, посмотрю. Паш, за красным домом. Да. О,
еще один целится. Слева, это, слева от зеленого дома сидит, целится. Смотри. Слева? Бабка, бабка. А, такое ощущение, я убил. Что, блядь, автомат. Ушел восточный. Я убил. Нифиг шанс. Ушел за зеленый дом. Угу. Я за ком. Надо желтый проверить и глянь. Один остался. Я в кавушку Репита, по-моему. Нет, я живой, но я не понял. По мне били с, где-то с 320 с 300. Ты кто, живой? Попытаюсь его найти. Ты кто? Обойди, обойди, обойди. Кто там? Дроздо. 320, 300. Он сзади, по-моему. Нет, он бил с 320 где-то, вот так, 300. Сейчас попробую его найти. Вернулся. Сейчас я выйду в зеленый дом вот здесь. Нет, 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 здесь, там, здесь, через белую, большие... через белую апград. Двое точно живы, и на них метка стоит. Так, далее. Понял. Так, ребята. У меня гранат метит. Где-то рядом. Так, сейчас рискну чуть-чуть высунуть, осмотрюсь. Банчик, Паша банил. Чё? Кого? Все. Даркинс, банька, даркинские. А кто меня убил? Даркинс. Гранс. А-а-а.